Итак, друзья, это кимин. И, как всегда, мы вот остановились на кукурузе. Самая вкусная кукуруза. Кукурузия вот на кимине. Это кольцо кимина разъезда. Там, в той стороне, Бишкек. Туда, на Иссык-Куль. И, как обычно, по традиции... Покупаем кукурузу. Сейчас купим кукурузки. Кнопа, просыпайся. Давай, иди выбирай. Не знаю, кого хочешь, выбирай. Ну, давай, иди. Иди, Кнопа, выбирай. Жарко. У вас самая вкусная кукуруза. Мы каждый год ездим и каждый раз останавливаемся здесь, чтобы купить кукурузу. Вон там мелочи есть. Горы. И там горы. И там горы, везде горы. Кукурузка, да. Динь-динь. Давай еще раз. Вкусняшечка. Мечта моя. Сладко-соленая, да? Вкуснячина. Да, горячая, капец. Горячая она, да. С соком, видишь, вон там сок с нее еще стекает. Надо было мне это отдельно кружку сока, да, набрать. Что, по дороге будем есть, грызть? Ну, потихоньку поедем и будем грызть по дороге, да? Чтобы не стоять здесь на солнцепеке. Сегодня вон сейчас 40. А с Бишкека выехали 47,5. Тут в горах чуть-чуть попрохладнее, 40 градусов. Один дядька какой-то в ТикТоке я смотрел, назвал вот это, что Байконур строят новый. А ему пишут в комментариях: ну ты, конечно, сказочник, нашел станцию Байконура. Это перед Баломским ущельем. Просто это цементный завод маленький. Сейчас будем заезжать в Баломское ущелье. Вон железная дорога идет по горе. Тоннель. Ну, а мы по дороге кукурузу догрызаем. Кукуруза вкусная, сладкая, сладко-солененькая. Да. Я его тоже очень люблю. Вон туда, видишь, дорога идет. Щебенку там дробят. О, сейчас будет красота.
дорога. Серпантин начался, вот мы уже в ущелье. И вот здесь вот по склону, вот на обочине, вот здесь есть арычок сливной для воды. И? И а наши будут бордюр поставить. Да. А наши бы здесь новые бордюры, зимние на летние на зимние бы поменяли бы, поставили. А здесь просто арык сливной для вот ливневых вод. Как так они, я не знаю, еще не додумались, да? Красота. Да. Дочь. Это первое море в твоей жизни. Все, ребят, это Балыкчи. Мы уходим направо и вдоль южного берега. Туда. А по северному берегу мы уже будем обратно возвращаться. Ну так, круговую дадим по южному берегу. Очень красивые там места. Очень красивые места. Но первая наша остановочка будет, как бы на карте точка, это Соленое озеро, да, и залив Афродиты. Вот это кольцо круговое с таким флагом. Включаем поворотничек и уходим, ребята, направо. Симки у нас есть, все у нас есть, туда не будем заходить, в глобус. И вот так мы уезжаем. Вот так идем прямо, а потом там сворачиваем налево, да? Налево уходим. И должна быть там новая дорога. Да, в прошлом году она была кусками. Покрытие асфальта. Ну, наверное, на этот год-то они больше проложили асфальта. Правильно же ведь? Чтобы порадовать нас, да. По нормальной дороге ехать. А туда вот на автовокзал, помнишь, мы ездили? Да. Людей, вон автовокзал. Опоздавших людей туда отвозили, подвозили, короче, на поезд. Они опаздывали, не могли никого остановить, чтобы довезли их. Ребята из Бишкека они были, да? Ну, в общем, сейчас вот так, потом налево уходим и поперли вот туда. Да, вот сейчас здесь сделаем остановочку, вот около этого обелиска. Но там гаишники стоят, и тут сплошная линия, разметка нанесенная. А мы заезжали туда раньше, а сейчас, ну, пешком пройдемся. Гаишников много с радарами стоит. Да? Да. А я знаю, да. Сейчас мы вот здесь остановимся. И пойдем туда. Вот сюда прогуляемся. А машину мы, наверное, вон там сейчас поставим, в тот заезд, да? Чтобы этому радарочку не мешать. За него же не будем ставить, правильно же? Ну да, мы не будем ставить. Ну, и вот сюда вот прогуляемся. Сейчас 200 мы уже... От Бишкека проехали, да? 224 выехали, сейчас 433 расстояние. И он говорит, обзор мешает. Обзор, говорит, мешает. А мы туда сходим. Я, короче, туда схожу, да? Сейчас сюда встану. Вот так. Да, ребят, вот снова мы сюда, на это место подъехали. Вечно слава героям. 41-45 год. И это, ребята, при любом раскладе, во все времена, при всех событиях нужно помнить и чтить, что и делают братья кыргызы. Мне это в них очень импонирует,
то, что они все вот эти вот мемориалы славы, памяти чтут и берегут, помнят. Это Иссык-Куль, южный берег. Сейчас доча залезет, на пушку полазит и сделаем селфи. Да, ну а здесь вот написано, как я понимаю, с какого селения. И вот имена ребят, бойцов, красноармейцев. Оттук, Карашар, да, там дальше находится Каратала, Улахол, и вот столько вот фамилий с именами. И здесь тоже отображено. Вот, можете стоп-кадр сделать, почитать. Может быть, какие-то есть родственные души здесь. Красная звезда. Давай, дочь, газуй на орудие. Какая интересная эта марка этой, этого агрегата. Что за гаубица это, да? Ствол длинный. Не знаю, может, 50-ка какая-то, 60-ка, 100. Оба-на, ствол двигается. Офигеть. Капец, пушка вверх. Вот это да, вот это прикольно. Нужна лишь нам только одна победа. Мы за ценою не постоим. Нужна нам лишь только одна победа. Ура! Ура! Ой. Слушай, а так красивее пушка выглядит. Вот это игрушечка. Оказывается, нам попалась. Кьяра тут вон крутит, поворачивает эту пушку. Ой, боже, вы сейчас ко мне повернетесь. А! Ты что делаешь так быстро? Точно сейчас. Вы даете. Нашли игрушку себе реально. Огонь, батарея, пли. Вот это здорово, здорово. Все, пацаны, зубодробилка. Нервы закончились. Все, 60 валим. Где 60, где 80 валим. И сзади там два мотоциклиста. Один поляк, другой нидерланд. Пыли сзади, не отстают. Блин, капец. Потихоньку объедем вот так, чтобы камнями не закидать. Но местами поливают, конечно. Но в основном вот такая тема. Да, мы вдоль озера движемся. Ну мы не таксисты, это обычно таксисты здесь валят. Мы так любители пошалить. Да нервы, потому что закончились. Местами, короче. Ну вот это большой длинный участок.
цивилизация. Все нормально. Все. Четвертую воткнули, поперли. А за ней и шестую. Такие здесь сопки. А здесь вон озеро Иссык-Куль. Вода синяя-синяя. Что-то я не понял, мы 70 едем здесь по хорошей дороге. По Щебенке 60-80 ехал. Чувствуется скорость после такой. Ну. Такие песочники, да? Все, дорога хорошая опять закончилась, вон там опять такая зубодробилка. Ну, в общем, ладно, здесь пока такая дорога будет на протяжении очень долгого, короче, всего пути. Вестерны, такие серо-зеленые песчаники, вообще кардинально отличается этот берег от северного берега, да? Блин, не выдерживают нервы. Все загорелось. Так, ну я не знаю, километров 15 мы проехали по грунтовке, вот сейчас к Кызылту, и вот тут такой вот участочек есть асфальта. Ну, он недолгий, короче говоря. Да, вот до следующей что-то. Тут кусочек, там кусочек. Ну, тем не менее, сейчас, короче говоря, 60-70 по вот этой зубодробилке дал. Копоти ото всех. А автомобили оторвались, вон там сзади никого нету. И никто не пылит. Движемся. Вон там будет поворот. И нам вот к Кызылту. К Кызылту. Вот там будет поворот. Нам надо налево. Вот туда, вот, в ту сторону. Вот такой спуск здесь. Вот затяжной такой спуск. И там налево уходим мы и едем на Мертвое озеро. Район это Кызылту. Сейчас в лог такой в низину спустились. Туда выйдем наверх, немножко проедем и налево уходим. Сейчас вот вывеска будет Кызылту и уходим налево. Все, вот здесь уходим. Съезжаем. Да, вот тут такие горы. А мы вот на вот эту вот Кызылту. И вот сейчас так вдоль вон туда уходим в ту ложбину. Сколько? 22 километра, по-моему, да? Или 18 километров? По-моему, 18 километров. Сейчас 400... сколько? 470. Засечем, по-моему, 18 или 20 километров до Мертвого озера. В общем, вот туда мы уйдем потом.
Так, ребята, вот оттуда мы приехали, заехали вот на такую грунтовку. По такой зубодробилке, стиральная доска, музыку погромче. И все ништяк будет. Веселуха начинается. Пятый весь в пыли. Ну а мы уже добрались до озера. Соленое озеро. Ребята, вот оно. Здесь плаваешь и не тонешь. Вода тебя выталкивает наружу. Сейчас пойдем плавать, купаться. Здесь сюда въезд с человека 150 сом взяли. С трех человек 450 сомов. На шлагбауме. Вот там въезд получается. Вот оно озеро. Сейчас искупаемся. Время уже 6:30. Почти 7 часов. Вот солнце уже почти. Ну, зенит ушло. Еще, ну, не знаю сколько. 30-40 минут, наверное, будет стоять солнце. Вот оно, озеро. Они, люди купаются. Здесь мажутся всякими грязями. Черными становятся, черные. Ага, вон девчонки мои уже залазят в воду. Ну что, залезли уже? Залезли уже? Я отсюда спустился. Чё, дочь? Доча, смотри, чтобы вода в глаза не попала. Не брызгайся. И не ныряй. Только сверху находись. Да, вот смотри на маму, она тебе покажет как. Вон там тетка черная, вон намазалась. Только не брызгай. Солнце уже высоко. Ну, оно еще скоро. Немного еще, наверное, около часа, и оно зайдет. Все, дальше не заходите. Во! Помнишь, я тебе на Копчегай показывал, как держаться на воде на спинке? Вот здесь учись сейчас. Да, конечно, конечно, проходите, да. Не пей воду. Натусь, Натуся, давай я сюда чуть поближе. Вот здесь давай ее тренируй.
Соленая, да. Щи Петранку. Зато лечебная. Сейчас все ранки вылечите. Как поплавок. Не глотай воду. Так, ребятки, все, искупались мы в соленом озере. И вот сейчас сюда, вот в этот заливчик Афродиты, вон туда вот доедем, там остановимся на ночь. Тут интересные горы такие. Как будто бы их вот так пощипали, пощипали, пощипали. Сейчас он там вдоль пляжа. По косе. Там интересное место есть. Одно. Утро. 8 часов уже утра. Девчонки уже искупались. Здесь такой вид. Такие песочные горы, такие как сопочки. Там, конечно, на горах ледники. Все макушки в снегу. Очень много ледников. Вот такой вот прекрасный залив. Хорошее место. И мне нравится здесь. Песок, пляж, в воду заходишь, мелкая, мелкая, кругленькая галечка. Но тут, конечно, подъезд к стоянке такой глиняный. Главное, чтобы глину не мочить, а то ее потом не отмоешь никогда в жизни. Она как клей приклеивается. Ну, сухая глина. Тоже марка, но ничего страшного. Зато вот такой вид. Вот там каменная коса. Вот она идет, прям глыбы, глыбы такие резанные. Ночью тепло довольно-таки было. Не холодно, комары. Есть вот эти мелкие мошки. Не мошки, а такие комарики. Они не кусучие, просто летают назойливо. Но они безвредные такие, зеленые. Часов до двух, наверное, до трех. Полетали, полетали, потом успокоились. И вот час с этой стороны солнца. Комаров нет уже. А с той стороны вот тень. Слева, и они там за машиной прячутся, комары. Т5 завел, запустил мотор, работает холодильник, чтобы заморозился снова. Холодильник морозит великолепно. Очень мне понравился, как работает холодильник. Вот всю ночь он стоял, он уже растаял, но прохлада есть. Холодненькие напитки, холодные продукты, тоже холодные. Сейчас пойду занырну, искупаюсь.